Нормально. Отдел расследований на 7-м. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Пироманьяки зажигают. Кто палит по ночам машины одесситов? Дорогие усопшие, как семейство чиновников монополизировало похоронный бизнес в Одессе? И тайны подземелья. Правда ли, что в катакомбах тренируются пророссийские боевики? По всей Одессе по ночам пылают престижные иномарки. Неизвестные действуют профессионально и слаженно. Их до сих пор не поймали. Мы попытались выйти на след таинственных поджигателей. Меньше чем за неделю в Одессе вспыхнули 8 автомобилей. Эксперты уже выяснили, что в 3 случаях машины подожгли. Все авто дорогие и престижные иномарки. 2 автомобиля «Мерседес» и автомобиль «Лексус». По остальным 5 случаям проводится пожаротехническая экспертиза, то есть устанавливается причина возгорания автомобиля. Первым 28 октября рано утром запылал «Лексус» на улице Отрадной. Судя по потекам расплавленной пластмассы, автомобиль успели вовремя потушить. Злоумышленников не остановили камеры видеонаблюдения, понатыканные на каждом углу. На следующий день, 29 октября, огонь объял джип «Мерседес». Действовали дерзко. Машину подожгли утром, буквально в центре двора, на улице композитора Нищинского. 31 октября неизвестные поджигают 500-й «Мерседес» на Гаванной. По словам парковщиков, авто обгорело достаточно сильно. Хотя в милиции эти поджоги не связывают, но в 2 случаях поджигатели поступили одинаково. Пропитав материю зажигательной смесью, они засовывали ее под капот, выливали остаток и потом поджигали. Минутное дело, и машина пылает, как стог сена в знойном августовском поле. Авто жгут из личной мести. Это способ запугать или напомнить о денежном долге или приструнить политического оппонента. Бывают, конечно, случаи из ряда вон выходящие. Вот, например, кому-то не понравилось, что белый BMW X6 постоянно паркуют на детской площадке. Неизвестные Робин Гуды обливают машину какой-то жидкостью, и машина стоимостью под 100 тысяч долларов за полчаса превращается в груду обгоревшего металла. Массово полыхать автомобили по всей Украине начали прошлой осенью. Неизвестные жгли машины активистам авто и Евромайдана. Вот здесь хорошо видно, один выливает горючее вещество, следом за ним другой злоумышленник кидает горящую шутиху. Машина вспыхивает, но хозяину удается сбить пламя. Ну что ж, сегодня утром группа из водителя с машиной и 2 человек, так сказать, исполнителей, попытались нанести непоправимый ущерб моей машине, бензином и огнем. Жечь машины политическим оппонентам – дело привычное. Лето 2012 года неизвестные сожгли иномарку руководителю агитационного штаба партии «Батьковщина» в Измаиле Ирине Золотаревой. Но вначале были угрозы. В наш штаб поступали анонимные звонки, и угрозы передавались через людей нашему начальству о том, чтобы мы были аккуратнее, осторожнее. Сами наши родственники, наши автомобили, наше имущество может пострадать, если мы не прекратим дестабилизировать, как они сказали, ситуацию в городе. Эти обгоревшие остовы авто – еще одно молчаливое напоминание о событиях 2 мая. На следующий день после трагедии здесь сожгли сразу 3 машины. У них были тернопольские, хмельницкие номера. Люди, к счастью, не пострадали. В этот же день, 3 мая 2014 года, неизвестные сожгли «Лексус» Геннадия Захаренко. Гражданский активист и идейный евромайдановец уверен, что пострадал за убеждение. Он утверждает, машину не просто сожгли, а взорвали. Соседи рассказывают, что он подошел, машина стояла, тут было здание. Он подошел, он подложил какое-то устройство сюда, у меня капот больше так заходит. Вот. Потом он в капюшоне, в черном, высокий. И потом он отошел, привели взрывное устройство в работу, сели в машину и уехали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Поджог», но расследование идет вяло. С материалами дела хозяин сгоревшего авто смог ознакомиться только совсем недавно. Когда они спрашивали меня, из чего это могло произойти, они всячески вместе с экспертами пытались перевести это либо на то, что проводка, или я сигареты оставил в машине и так далее. Хотя машины такого класса, они не загораются в стандартном заводском исполнении, потому что в них нет никаких изменений.
Под этим тентом остатки Lexus стоимостью несколько сотен тысяч гривен. Машина восстановлению не подлежит. С момента поджога прошло уже полгода, но правоохранители так и не нашли виновных. И вряд ли найдут. Но мы вам покажем, как работают профессиональные поджигатели. Всего за пару дней нам удается найти контакты человека, способного выполнить поджог по заказу. Назначаем встречу в парке. Собеседник – человек непростой. Судя по манере разговора и обилию татуировок – бывалый преступник. Сориентируйте хотя бы примерно, что там и почем. От 200 до 500 баксов. Соответственно, по сложности все зависит. Чем сильнее хромается, тем больше платят. А если так она стоит, то это не сложно. Проходишь, облил, поджег и так и идешь. Пока с одного края машины дошел до другой, она уже пылает. Но она пылает сначала, что она белым пылает, и никто ничего не поймет. Даже люди будут. Давайте как-нибудь мы свяжемся с вами уже через человека нашего. Давайте, чтобы просто как бы со вкатуре наше время не пошло, чтобы вы понимали, что мы тоже ценим время ваше. Конечно, мы обошлись простым авансом. Жечь что-либо мы не собираемся. А вот безнаказанность ночных поджигателей легко объяснима. Люди, которые занимаются подобного рода преступлениями, они действуют в какой-то связке. Это одни и те же люди, которые вот сейчас жгут автомобили в Одессе. Как вы считаете? Да, я уверен, что это организованная группа. Есть два вида, скажем, обмена между ними. Один вид, если ты сделаешь это, то мы закроем глаза на твои другие преступления. Второе, если ты сделаешь это, ты получишь копеечку. Всего за полгода в Одессе было сожжено несколько десятков автомобилей, но милиция так и не смогла или не захотела найти хотя бы одного поджигателя. Уже весной в Украине стартуют местные выборы, так что работа у ночных поджигателей появится снова. Погребальный бизнес в Одессе монополизирован. По закону государство должно покойнику яму, гроб и бетонную табличку. Но многие и этого не получают. Каждый день в Одессе копают как минимум 50 новых могил. Даже самые бюджетные похороны обойдутся в несколько тысяч. И мало кто знает, что часть ритуальных услуг можно получить бесплатно. Зафиксировав время смерти, медики в первую очередь оповещают похоронное агентство, сообщают все контакты родственников. Гробовщики похлеще коллекторских контор возьмут вас в оборот. Ведь умирают, как и рождаются, только раз, а значит, можно и потратиться. Неизвестные трупы в морге держат недолго, хлопотно, да и места мало. 3 дня в холодильнике, а дальше студентам-медикам для практики. Вот это поле на западном кладбище как раз для таких усопших. Здесь нет дат рождения, дорогих надгробий с сентиментальными гравировками, нет венков, цветов и скамеек. Сюда не заходят помянуть. Но тут и денег за погребение не возьмут, не с кого. Так выглядят могилы никому не нужных людей. Вперемешку с неопознанными суетливо натыканы бетонные таблички с пугающей надписью «Хирургические отходы». Их много, закапывают примерно раз в месяц. В лучшем случае ампутированные конечности и отмершие внутренности. Но под многими холмиками покоятся так называемые биоотходы – эмбрионы из абортария и мертворожденные. Максим Крайнюков долго учился на адвоката, чтобы вести гражданские дела, а в сентябре случайно стал одним из ведущих специалистов в сфере законных захоронений. В день за юридической помощью обращается как минимум по 3 одессита. Вот и мотается адвокат между родным Николаевом и одесскими кладбищами. Для каждой семьи место приходится искать лично. Свободное место параллельно сюда вот можно проводить захоронение. Абсолютно свободно, ничем не отделено. В Одессе 6 больших кладбищ. С недавнего времени единственная инстанция, которая уполномочена разрешить копать могилы – коммунальное предприятие «Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания». Если верить чиновникам, по стандартному прейскуранту копать можно только на западном. Кладбище, которое уже существует более 15 лет, там, конечно же, произвести массовые захоронения невозможно. Ну, в ряду, понятно, да, технических условий. Вот. Что касательно кладбища Западного, это которое расположено рядом возле двух столбов, там производится массовое захоронение, там выделяется, согласно, сейчас будем утверждать план, выделяются участки, и там производится массовое захоронение.
Буквально неделя ушла у адвоката Крайнюкова, чтобы найти место на втором Христианском для известного одесского хирурга Алексея Лешкова. Здесь покоится вся стоматологическая династия. Чтобы воссоединить семью под землей, пришлось потратить много нервов и времени. А началось все с известного уже вам коммунального предприятия. Первый зам объяснил, что возможности выделения места нету, хотя на кладбище он не выезжал и не знает о том, есть ли место или нету. Подписывая, ставить резолюцию о разрешении на выделение места, он отказался и написал резолюцию, где указал, что технические возможности о выделении места на втором Крестьянском кладбище нету. Воля покойного неоспорима. Изучив законы погребения тщательно, адвокат уверенно отправился прямиком к мэру. Поехали к городскому голове. Городской голова был занят. Как объяснили, там у него было вроде как бы совещание. И нас принял Шандрик Вячеслав Иванович, это зам городского головы, который нас выслушал, пообещал помочь. Позвонил к руководству КПС ПКБО, которое уже приехало сюда на второе крестьянское кладбище, где мы и начали искать место. Вдова хирурга с детьми и чиновниками место для захоронения искали уже под покровом ночи. Завтра уже хоронить пора, а могилу рыть не хотят. После серии громких скандалов и под пристальным вниманием прессы, скрипя сердце, место на дорогом втором Христианском все же нашли. Как оказалось, здесь мест очень много есть. Есть заброшенные просто не могилы, а просто участки, где не производили захоронения. Есть просто кусты, где нет могил. Есть просто свободные участки, где ранее не производили захоронения. В городе Одессе нет ни одного закрытого кладбища. Все кладбища открыты для захоронений. Вернемся к погребальной монополии. Все работники этого КП получают официальную государственную зарплату. И автопарк катафалков существует на государственные деньги. И могилы роют по госзаказу с запасом. Почему дорого? Ну, в каждом регионе установлена своя тарификация. Во-первых, начнем с того, что эти тарифы устанавливали, опять же, предыдущая администрация. Mm-hmm. По каким критериям? Ну, наверное, сколько расход топлива, трудочасы и так далее и тому подобное. Mm-hmm. То есть все это, конечно, формируется по определенной схеме ценовой политики. В каждом регионе, да, Украины абсолютно отличается. Допустим, в Кривом Рогу одно, в Днепропетровске другое, в Одессе третье. Цифры абсолютно разные. Бесплатно у нас хоронят только незабранные трупы героев войны и социально незащищенных, если есть соответствующий документ. Родственники остальных раскошеливаются. По прейскуранту похороны стоят всего 1500, но на деле 8-10. Возьмем по минимуму. Самый дешевый гроб, без него никак, ни в землю, ни в крематории – 300 гривен. Вырыть яму – это три раза махнуть ковшом – еще 526 гривен и 14 копеек. Закопать – 700. Поставить оградку – 1800. Кремация подорожала из-за роста цен на газ. Теперь она стоит на 190 гривен больше – всего 1060. На кладбище дерут за каждое движение. Вынос гроба обойдется еще в 400 гривен, а опустить саркофаг в могилу как минимум в 1000. Это финальные затраты в день похорон. А начинается все с заведующего кладбищем. Он первая инстанция. Если договорились, дальше проще. Получается, заведующий кладбище, потом едете на греческую. На греческой вам могут сказать, а мы не знаем, есть ли место. Едете обратно к заведующему кладбище. Приезжает к заведующему кладбище, он очень часто не имеет желания идти искать по кладбищу места, говорит, мест нету, отправляет обратно на греческую, на греческой тоже начинает отказывать, начинается скандал, и только после этого получается выделить место. Семья Пеструевых монополизировала погребальный бизнес. Отец много лет возглавлял коммунальное предприятие. Сын содержит похоронный дом «Анубис». Именно сюда сообщают морги и скорые о свежем трупе. Часто похоронное бюро получает свидетельство о смерти раньше родственников и отдает только по окончании погребальной церемонии. Конечно, они берут на себя все хлопоты. За деньги найдут и место на вроде бы уже под завязку заполненном кладбище, и все остальные бюрократические вопросы решат. В сентябре руководство спецкомбината поменялось. Сейчас пытаются восстановить разворованное предприятие. «Анубис» 6 лет получал все заказы напрямую от КП. Похвалит меня мое руководство или наоборот поругает. Скажу вам откровенно. Уходил директор Владимир Леонидович Очкасов. И в один день, одним числом, 57 договоров на оказание ритуальных услуг. Это все представители торговой марки «Анубис». Все. Вот так вот. Заключил со всеми договора. То есть, скажем так, с выгодными субъектами предпринимательской деятельности, с выгодными юридическими предприятиями, выгодными в каких-то кавычках рамках, но не для коммунального предприятия, это точно. Заключил договора и
Сложил полномочия и все. Чтобы не переплачивать в будущем, многие думают наперед, покупают целые многоярусные склепы для себя и родственников. Под этими бетонками подземелье на 3 гроба в ширину и 6 в глубину. Бронь на кладбище – дело распространенное. Вот западное, оно самое дешевое. Тут всегда есть места. Но ближе ко въезду и храму хоронят лишь самых дорогих усопших. Остальных закапывают у дальней границы. Находят место и на переполненном Таировском. Официально нельзя хоронить в несколько ярусов людей, не имеющих родственных связей, сколько бы времени с момента погребения не прошло, даже если за могилой не ухаживают десятилетиями. Но это только в том случае, если захоронение официальное. 139-й участок на Таировском, детское кладбище. Тут хоронят младенцев, у которых нет свидетельства о рождении, а значит и свидетельства о смерти быть не может. Многих закапывают, даже не покупая места, ведь зарегистрировать такое захоронение легально нельзя. Хотя за деньги на кладбище можно все. Подозрительные находки в шахтах под Одессой. То свежие следы от пуль на стенах найдут, то упаковки от сухпайков российской армии. Выяснять, в чем дело, отправимся прямо под землю. Чуть в стороне. Да, ну выстрел, направление выстрела, получается, происходил в эту стенку. Ну, вот отверстие. Вот отверстие. Их даже видно, они более свежие, они более светлые. Вот несколько штук. Холодная Балка, пригород Одессы. Село на берегу Хаджибейского лимана, 20 километров на север по Киевской трассе. Здешние заброшенные шахты – одни из самых популярных среди подземных туристов. Общая протяженность лабиринтов – несколько сотен километров. Мы отправляемся на выход с активистами из мобилизационного лагеря «Укроп». Посторонним может показаться, что каменоломни – места нехоженые, но люди тут бывают довольно часто. В прошлый раз тут камень стоял с накинутой метлой. Он же стоял. Вот его завалили. Кто-то ходил. Камень в Холодной Балке добывали с конца 19 века. Одесса построена из этого ракушечника. Сами шахтеры называли его бутом. Вся технология добычи в настенных рисунках. Каменные глыбы надрубали сверху буртовочным ломом. Потом выпиливали из массива породы огромные блоки и разделывали их на готовые штуки камня. Продукт вывозили тележками на конной тяге. Этим коридором около 100 лет во многих местах свод обвалился. Кое-где вот-вот рухнет. Ну и вот висит кусочек, несколько тонн, трещина. Вон он висит, в конце уже отслаивание пошло. То есть рано или поздно его нападет и перекроет коридор. Главное, чтобы не сейчас. Вот, видишь? Процесс. Вон потолок дальше тоже потянули. Найти в каменоломнях можно всякое. Гнилые остатки шахтерского инструмента, ржавые боеприпасы времен войны, канализационные стоки селян. Лабиринт кажется бесконечным. Находки под землей бывают довольно неожиданные. Вот человеческий скелет. Судя по всему, кости выкопали где-то в другом месте, их сюда просто перенесли. По виду очень старые. Возможно, этот человек умер даже 100 лет назад. Для этих молодых людей подземные походы – очередная тренировка. Евромайдановская организация «Совет общественной безопасности» создала мобилизационный лагерь «Укроп», чтобы гражданские одесситы проходили базовую военную подготовку. На всякий случай. Время нынче такое. У нас проводятся разные тактические занятия, в том числе и с учетом особенностей города Одесса – это катакомбы. Люди, в принципе, спокойно спускаются, знают, и уже, ну, для, например, укроповцев, там, патриотов, которые как бы с нами ходили, то есть это не ново, это не страшно, и, в принципе, ну, уже как бы у себя дома. Они вооружены, но это легальное зарегистрированное оружие, гражданское. Одновременно с тренировками укроповцы внимательно следят за всем, что происходит под землей, и видят много странного. На прошлой неделе нашли пустые упаковки от сухпайков российской армии. Вот они, довольно свежие, лежали в совсем не приспособленном для отдыха месте. Это не сложно сейчас достать любой, там, любой вооруженных сил любой страны там, сухпайок. По интернету заказать и купить. Но с учетом сегодняшних реалий, любой бы тот, кто часто бывает в катакомбах, и также сам мог бы там заказать этот сухпайок и через интернет и покушать, то есть он бы там бы не выбрал место для еды. То есть, соответственно, это был не местный человек.
Еще более подозрительная находка – тир для отстрела боевых патронов. Отправляемся прямо туда. Вообще, стреляют под землей нередко, условия идеальные. Ракушняк – камень мягкий, хорошо глушит звуки выстрелов, а пули от него почти не рикошетят. Например, в этом тупичке время от времени местные жители постреливают из охотничьих ружей. Это нормально. Вот пыш, контейнер от патрона 12-го калибра. Здесь стреляют из гладкоствольного оружия. Вот мишень. Иссеченная дробью. На самом деле ничего страшного, в отстреле гладкоствола нет ничего незаконного. Но мы идем чуть дальше, в другое место. По всей системе валяются картонные упаковки от боевых патронов. А вот реально коробка от патронов 7,62 на 39. Вот она лежит, армейская, без обозначения. На подходе к тиру проводник резко останавливается. Чуть не напоролся на тоненькую леску. В темноте она еле видна. Прямо посреди коридора натянута леска. Это очень похоже на растяжку. На самом деле, 99% вероятности того, что это просто маячок для того, чтобы проверить, не проходили ли здесь люди. Но вот за этим вот камнем может быть спрятано все что угодно, так что леску лучше не трогать. Сигнальную струну осторожно обходим. А вот и тот самый подземный тир. Кто здесь тренировался, неизвестно. Сепаратисты, диверсанты. Александр подробно объясняет, что к чему. Вот. Видишь, вот первое место. Вот здесь есть большое количество гильз, вот они лежат везде, за каждым камушком, и достаточно много. Если на них посмотреть, видишь, во-первых, она свежая, она без следов коррозии. Угу. И на донышке у нее нет указания калибра, что говорит о том, что это гильза боевая. И вот лежат от них упаковки, упаковки-коробочки, в которых были эти патроны, вот они, видишь. Так как высокая влажность, коробочка, конечно, уже начала плесневеть. Ну вот она без маркировок, без каких-либо указаний. Это не гражданский продукт. Гражданские всегда идут в какой-то яркой упаковке, то есть, чтобы привлечь покупателя. И вот здесь вот за углом уже находится непосредственно место, где происходили стрельбы. Получается, вот угол, видишь, он весь в пулевых отверстиях. Это входящие отверстия, маленькие входные. То есть стреляли с той стороны. А с этой стороны, вот где пуля, человек не попадал под массив камня, пуля сбивала углы. И вот выходные отверстия. Стреляли они вот туда? Да, ну выстрел, направление выстрела, получается, происходил в эту стенку. Ну, вот отверстия. Вот отверстия. Их даже видно, они более свежие, они более светлые. Вот несколько штук. Получается, вот опять же. Видишь, пуля пошла чуть-чуть под углом. Вон, видишь? И мы имеем отверстие, как она ушла в стенку. Вот этот кусочек, получается, по сути, висит, вот он сколот. А вот пуля чиркнула, пошла, и вот темный след, как она чиркнула и ушла в сторону. Ушла в эту сторону, получается. То есть где-то здесь она и должна лежать. Угу. Вот, смотри, вот она лежит. Причем сверху и на виду. Видишь, обрукушняк практически не испортилась. То есть сохранила форму, сохранила все. И даже есть этот след удара, там, где она сняла вот то, что темное на стенке. О чем это говорит, то, что вот, пули валяются на полу? Пуля валяется на полу, ну как, это может говорить о том, что пуля ослабленная, пуля УЗ, предназначенная для стрельбы через глушитель. Потому что иначе пуля в стенку ушла бы, я думаю, на метр. Ну что, можешь попробовать, она абсолютно легко вдавится в камень. Ну, чуть-чуть. То есть при силе выстрела она бы ушла очень глубоко. То есть то, что пуля так легко рикошетила, это говорит о ее, я так подозреваю, малой начальной скорости. А такие пули делаются только для стрельбы через глушитель. По крайней мере, эти пули это не гражданские. Они не должны оказываться в руках у гражданских, даже если у них есть зарегистрированное оружие. И говорит это о том, что кто-то имеет доступ к армейским складам. Это как минимум. То есть у кого-то есть возможность доставать армейские патроны запрещенные. Итак, некто разбрасывает по катакомбам сухпайки российского образца, стреляет по мишеням боевыми, и патронов у него много. Сепаратисты это или диверсанты, непонятно. По информации 7 канала, некоторым одесским спелеологам поступали предложения помочь в организации подземного лагеря боевиков. Они отказались. Эти стрелки здесь чужие, и под землей не спрятаться. Ну, конечно, спрятаться можно, но ненадолго. Эта вся информация передается в соответствующие органы. И проводятся определенные мероприятия
о которых мы сейчас говорить не будем. Ну, в принципе, вообще не будем говорить. Этот тир, где стреляли боевыми патронами, был найден совсем недалеко от выхода. То есть стрелки, люди, которые плохо ориентируются под землей, они не понимали, где они находятся. А это значит, что выловить их совсем несложно, и у них будут большие проблемы. Неосведомленные гости думают, будто бы катакомбы – дикая глушь, куда не ступает нога человека. Это вовсе не так. Заброшенные шахты и в Холодной Балке, и в Нерубайском, и в Усатово – сущий проходной двор, особенно в выходные. Вот на одной из баз супруги предпринимателей из Одессы празднуют очередную годовщину своей свадьбы. Наталья Юрьевна, 8 лет – это жестяная свадьба. Горько! Одесские катакомбы хорошо подходят для отдыха и совсем не годятся для войны. Чужим здесь не место. На сегодня это все. Если у вас есть информация, которая кажется вам интересной или полезной для нас, пишите нам в социальных сетях на Фейсбуке или ВКонтакте. Увидимся на следующей неделе. Счастливо!